Смотрите, что он делает! Он сейчас вырубает щиты! Всем хулиганам здравствуйте, с вами я, Домер. Уже на протяжении долгого времени я веду ожесточенную борьбу с читерами на сервере. Но проблема в том, что как только читера вызывают на проверку в Discord, они тут же пытаются все удалить и сделать вид: а я чё? А я ничего. Поэтому сегодня мне в голову пришла гениальная идея. В своем телеграм-канале я спросил, есть ли у кого-то из моих подписчиков брат, которого они подозревают в читерстве. И спустя время мне ответила вот эта девочка и сказала, что согласна установить камеру, чтобы я мог проверить ее брата, наблюдая за ним прямо в его комнате. И узнать, действительно ли он является читером. Ну а то, что произошло потом, лучше вам самим все это увидеть. И социальный тест. Если ты не читер, то поставь лайк на это видео. А если ты играешь с читами, напиши в комментариях почему. А вы что правила-то нарушаете? Нельзя смотреть ролики без подписки и колокольчика. Поэтому прямо сейчас подпишись. Поставь колокольчик, и тогда быстрее выйдет юбилейный ролик на 5 миллионов. И спасибо этим людям, которые только что подписались. А еще в моем телеграм-канале проходит конкурс на 100 тысяч рублей вместе с другими ютуберами. Так что заходи и участвуй. Ну, а я вам желаю приятного аппетита, и мы начинаем. Все, я звоню сестре читера. Алло, привет. Привет, с кем? Это, получается, у тебя младший брат с щитами играет. Да. А почему ты решила его сдать? Не, ну блин, ну, нечестно получается. Да интересно, что из этого получится. У меня еще такой вопрос. А ты не боишься, что он на тебя разозлится из-за этого? Да, пофиг. Постоянно мои вещи берет, так что заслужу. Хорошо. А сколько твоему брату лет? 13. Ладно, смотри. Все, что тебе сейчас, получается, нужно будет сделать. Ну, я тебе и так уже все в переписке объяснил. Для зрителей объясняю. Включи сейчас камеру в Дискорде. Просто поставь камеру как-то беспалевно, чтобы, короче, он не заметил телефон. Все, поняла. Так, все, камеру я вижу. Ну что, операция начинается. Угу. Пойдем узнаем, чем он сейчас занимается. Хотя я уже даже знаю, чем. Ладно, все, выключаем микрофон. Так, друзья, все. Она сейчас поставит камеру, получается, в его комнате. Йоу, Артем, привет. А вот он сидит. Я же надеюсь, что все получится. Смотрите-ка. Она куда-то поставила камеру. Он вообще ничего не видит, не понимает. Смотрите-ка, у него там... Он даже прямо сейчас играет с щитами. Ты чё делаешь? Ну, в любом случае, я как бы все вижу. Прямо сейчас мы будем немножечко шалить. И знаете, что я сделал? Я создал твинк аккаунт. Для чего? Вы, наверное, спросите меня. Для того, чтобы с ним подружиться. Я думаю, он такого явно не ожидает. Потому что прямо сейчас я вижу абсолютно все, что он делает. Прикиньте. Поэтому прямо сейчас я отправляю ему запрос на телепортацию. И пишу: прими ПЖ, давай дружить. Все, я ему отправил. Смотрите-ка, сидит, думает, принимать или нет. О, телепортировал меня. Телепортировал. Он меня просто убил! Правда, его даже не смутило то, что с меня ни ресурсов, ничего не выпало. Давайте я прямо сейчас ему напишу. Давай дружить. ПЖ, я дам тебе шар Рэббита. Ну, в этот раз, ну, он мне должен хоть что-то же ответить, правильно? Знаете, что он напечатал? Он написал сначала шар. Ну, ладно, хорошо. Давайте я сейчас ему отправляю запрос и пишу: прими ТП, дам шар. Все, и теперь просто-напросто ждем, пока он меня телепортирует. Вот он, телепортировал меня. Давайте я сейчас напишу ему GoDS и дам шар. Интересно, как он на это отреагирует? Сейчас он что-то печатает, походу, свой Дискорд. А нифига, он написал сначала шар. Окей, окей. Без проблем, принимайте. Вот ваш шарик. Что? Этот шар стоит до хрена ли он, если честно. Ну, я не сдаюсь, сейчас попробуем еще. Смотрите, как к себе домой телепортировался. Я так понимаю, сейчас ресы выложит. А я ему пишу: ты зачем убил меня? Давай я тебе еще ресов дам крутых. А мы в Дискорд пойдем. Ну, в этот раз, ну, должно же сработать, да? Хотя я не удивлюсь, если он меня опять убьет. А пока он мне что-то отвечает, я решил закупиться шариками. Для того, чтобы он меня не сразу убил. Поэтому я сейчас куплю вообще все шарики, которые только есть. Потому что если он меня убьет, он их не получит. Он написал: окей, ТП ко мне. Все, я сейчас телепортируюсь. Ну, в этот раз, я же надеюсь, он меня не убьет. Смотрите, телепортировал свои хоромы. Так, чё, тебе шары нужны? Давайте вот так вот. Отдам бесплатно. Ток, го дружить, я ему вот так вот напишу. Он написал: окей, пиши свой ДС. A few minutes later. Все, я ему звоню, сейчас у меня голос. Ну чё, алло? Алло, здорово. Здорово. А чё ты меня убивал? Загриферить хотел. Короче, хочешь подарок? Какой? У меня есть для тебя шары разные. Хочешь? Ого, откуда ты их достал? Я их купил. О, хочу, конечно. Я сейчас просто друга на серваке ищу, понял? И решил подружиться с тобой. Ты не против, если я с тобой дружить буду? Ну нет, не против. Я могу тебе подарки дать. У меня, короче, друг богатый, я его загриферил. Он с щитами играл, и поэтому я у него все украл. Угу. Вот. Ну, и, короче, хочу тебе ресы отдать.
Ну да, давай, если я с удовольствием приму. С тобой жить можно будет? Да, можно будет. Ладно, на тебе вот этот шарик. Раз, два, три. О, спасибо большое тебе. Ну, может, хватит уже играть, задолбал уже. Настя, ну можно, пожалуйста, я поиграю? Ну дай мне еще немного. Он выключил микрофон в Дискорде. Я написал, короче, его сестре, чтобы она зашла в комнату. И он думает, что я, короче, не слышал этого. Ну что, иди, давай. Ладно. А давай ПВП устроим, если ты меня побеждаешь, то я тебе покупаю еще один шарик. А какой? Шар Аида куплю тебе, хочешь? О, да, давай. Возьми кит-старт. Мы на кит-стартах будем сражаться? Да, на кит-стартах. Если он сейчас завязает читы вот в честном ПВП на кит-старте, то его ждет очень большой сюрприз. И готов? Да, готов. На счет три. Раз, два, три, да. Поехали! Раз, опа! Ой, ты как-то жестко дерешься. Ты меня убил! А где твои ресы? Ресы? А что, они не выпали? Нет. Ну, походу, сервер багнулся. Может, очистка карты была, понял? Ну, ладно. Ну, давай, ты вообще жестко ПВПхаешься. Можешь научить? Ну, нет, это не передается. Не передается, да? Да. Все, держи шарик. Спасибо большое. Сейчас я на спаун-то пэхнусь. Я тебе могу разрешить жить в трапке, если хочешь. В трапке? Да, в трапке, там очень уютно. В трапке очень уютно? Да, я тебе говорю. Короче, я хочу забрать все шары, которые я ему дал, и ресы, которые у него есть. Я заберу сейчас у него все, и посмотрим, как он на это отреагирует, потому что у меня как бы нету доступа. У него, видите, тут незаритовая броня. Сейчас все шарики я заберу. Ну ладно, один оставлю ему, чтобы беспалевно было. И фулл незаритовую броню я забрал. Вот это, конечно, он сейчас придет, офигеет. Давайте, я сейчас ему скажу, что я пришел. Алло. Алло, да. Короче, я взял ресы. Откуда у тебя алмазная броня, если у тебя херо? Да я ж до этого друга загриферил. А, ну ладно. А можешь, пожалуйста, дать хотя бы один шарик мне? Ну, ладно. А куда делись все мои ресы? Я их не брал. Ты меня даже в приват не добавил. Рано. Он явно в шоке, потому что, типа, у него пропали, ну, вообще все крутые его ресы, и он только посмотрел один сундук, он не знает, что я обчистил еще два сундука. Короче, можешь в приват добавить? Ну, а ты меня не загриферишь? У меня нет смысла тебя гриферить. Я вот могу тебе все свои ресы отдать, держи. Вообще все забирай. Ну, я боюсь, что ты меня загриферишь. Блин. Ладно, давай хотя бы дружить. Ну, давай. Короче, я решил, что прямо сейчас пора скрываться, но не до конца. Я его сейчас вызову на проверку читов, друзья. Самый беспалевный читер. За это 100% Лукас. 100 тысяч лайков, возможно, выйдет еще подобный ролик, если кто-то захочет спалить своего брата или сестру. Короче, хочешь фокус покажу? Ну, давай, я бы не отказался. Я вроде баг на сервере нашел. Какой? Смотри. Вот он твой сундук, да? Да. Оп, я его тоже могу открывать. Прикинь. Что? Так в смысле, я что не добавлял? Прикинь, могу сундуки подожди. Открывать. Подожди. Ты же меня не будешь гриферить? Нет, я не буду тебя гриферить. Я же тебе ресов дал, за что я тебя буду гриферить? Хочешь подарок дам еще? Давай. Только ты никому не говори, я на сервере дюпаю, понял? О, реально? А меня за это не забанят? Подожди, Тебя за это не забанят. Никто об этом не узнает. Ну ладно. Сколько? Офигеть, то-то ты крутой, конечно. Переживает, что его забанят за дюп, а то, что он играет с щитами, вообще фиолетово. О, боже. Ладно, хорошо. Кстати, хочешь прикол? Давай, да. Я могу летать. Как, подожди, как? Видал? Ты читер? Видал? Ты читер? Не-не-не, я без щитов играю. Ну, это как ты это делаешь? Научи, пожалуйста. Я скачал мод такой. Можно с Hero летать на Real World. Что? А какой мод? Он платный, понял? Я его покупал. Поэтому я не могу тебе сказать, что за мод. Короче, я написал ее сестре, чтобы она сейчас зашла в комнату и кое-что ему сказала. Артём, я еще вычитала в интернете про щиты. Типа, ты говорил, что это все норм, но в интернете написано, что тебя могут и посадить вообще за это. Да не посадить. Кто узнает, Найс? Не парься. А ты с кем играешь? Ну, один я тут кого-то дружка себе нашел. А если что, он выключил микрофон в Дискорде. Почему так решил? Ну, в интернете всякое пишут. Настя, ну мало ли что в интернете пишут. За щиты ничего не будет. Но это не точно. Ну смотри, вообще-то там написано, что могут посадить. Ну, Настя, не посадят, не пальцы, пожалуйста. Спасибо тебе. Значит, ему ничего не будет, друзья. Он даже не знает, что он играет сейчас с создателем сервера. Ё-моё! Как же это офигенно! Все. Короче, я вызываю его на проверку. Вот после этого 100% нужно вызывать на проверку. Я считаю, другого шанса у меня не будет. Это самый лучший подходящий момент. Алло, тебя не слышно? Да, я здесь. Ты здесь?
А чё ты, чё да, ты микрофон вырубал? Да там уже было отойти. Я, короче, хочу тебе признаться. А в чем? Я на самом деле сервер не взломал. А в смысле? А как ты тогда? На самом деле, я модератор. Так модератор же себе не могут, типа, спокойно поднять. А на Real World добавили привилегию модератор под прикрытием, понял? Я вот за тобой следил, сейчас хочу тебя проверить на читы. А у меня нет читов, нафиг тебе проверять, типа, ну, лишнее время потратить. Так, в смысле? Время потратишь, и читов мне не найдешь. Мне в любом случае надо проверку провести. Если тебе нечего, тем более, скрывать, то я тебе еще подарок дам. А подарок дашь, если у меня нет читов? Ну, все равно, у меня их нету просто. Нафиг, я же когда тебе... Давай, врубай демонстрацию экрана сейчас. Ладно. Смотрите, что он делает! Он сейчас вырубает читы! Ой, друзья, он же не знает, что я за ним слежу. Смотрите, вырубают все. Только F3 плюс B не скрыл. Но это как бы не чит в любом случае. Так, демонстрацию экрана мне уже собрался включать. Вот, включу мне демонстрацию экрана. У меня нет читов. Давайте я сейчас, знаете, что ему скажу? Вот таким вот голосом. Удали читы. Что? Кстати. Он, наверное, подумал, что это я в Дискорде сказал, хотя здесь? Не знаю. Он... Овермен, ты здесь? Да здесь я, сейчас, да, проверка на читы. Самого беспалевного читера в мире, самого беспалевного читера просто сейчас. Алло. Овермен. Алло, да, ты не слышал, как сзади меня, кто-то сказал что-то? Не, ничего не слышал. Так, демонстрацию экрана я твою вижу. Вот видишь, я без читов, я... Короче, читов у тебя нету, да? Да, конечно. Нажми F3. А зачем? В смысле зачем? Ну, это проверка на читы. Просто ладно. F3 нажми. Тем более, если у тебя читов нет. Смотрите, Fabric Loader 1.16.4. Ну, как бы, он молодец. Он эти читы спрятал. Думает, что я их не найду. У него эти читы, да? Самый беспалевный читер, боже мой. Ставьте лайк, если хотите больше подобных роликов. Правда, 100 тысяч лайков, будет проверка на читы. Я хочу тебе вопрос еще задать. Давай договоримся так, если ты не читер, я тебе бесплатно куплю за свои деньги драгона. Реально? Реально, без шуток, брат. Ну, у тебя читов нет. Ладно, но если давай. Ты читер, ты можешь признаться и получить бан на меньшее количество дней. Нет, я не читер. Ты с чего взял вообще? С чего я мог взять? Например, вот с этого. То, что я вижу все, что происходит, друзья. Ну и где мой драгон? Спрашивают у меня еще, где мой драгон? Я на втором экране, вот, у меня тут, типа, два экрана. Я вижу то, что он сейчас такой сидит. Я чувствую, он прям переживает. Алло. У него сейчас либо бан, либо он думает, что у него получится меня обмануть. А вот его сестра мне помогла мне в этом. Хорошо, пропиши .bint в чат. У него даже палец .bint. А что это у тебя такое? А почему у тебя .bint пишется там? Ну, это команда. Команда такая? А это разве не читы? Это мод, ты о чем? Там ладно, мод. Ладно, возможно. Нажми что, прямо... Escape нажми. Нет. Нажми правый shift. Ой, подожди, а что это у тебя написано? Да новая функция в обновлении добавил, ты что, не видел? Он только что сам себя спалил вот этой вот фигней. Нажми сейчас правый shift. Нажимаешь? Да, я нажимаю. Зайди сейчас в управление и поставь на левый shift, правый shift. Так, все, ты сделал, нажимай, готово. А вы, подписчики, подпишитесь на канал, помогите набрать 5 лямов, пожалуйста. Это моя мечта. И выйдет юбилейный ролик. Да, правый shift нажми. Ой. А чё это такое? Так это мод, это чтобы визуальное было красивое. Да всё. Он задолбал уже со своим модом! Спалился, всё, спалился! Не читы. Чё, не читы. Короче, всё, я сейчас иду ва-банк, друзья. Ты вообще в курсе, что за такое, правда, тебя могут вычислить? Это обход системы безопасности сервера и сайта, который несет материальный ущерб. Никто меня не вычислит. А давай я тебе дам один шарик, а ты мне никому не скажешь об этом. Он пытается еще модератора подкупить! А ты в курсе, что, возможно, прямо сейчас за тобой следят? Видишь, тут никого больше нету. Вот смотри, справа от тебя стакан. Ну да. А как ты узнал? Слева от тебя медали и всякие дипломы. А как ты узнал? Я думал, он сейчас в шоке. Он просто такой, нафига я читы скачал? Ну вот смотри, ты установил читы, и я получил доступ к твоему компьютеру. А еще у тебя на обоях кораблик нарисован. Справа вверху у тебя тетрадки всякие лежат, папки у тебя всякие лежат. Лучше бы ты не начинал играть с читами, понимаешь? Давай я их удалю, ты больше не будешь за мной следить, пожалуйста. Короче, ты хочешь, чтобы я перестал за тобой следить, и ты удалишь читы? Подними сейчас руку и покажи любое число. Смотри, ты показал число 2. Мне кажется, лучше тебе не играть с читами. На правой. Да откуда ты знаешь? Блин, откуда ты следишь? Что ну, а можно я, пожалуйста, удалю, и ты, ну, не будешь следить за мной, пожалуйста. Пожалуйста, что ну, ты я их удалю. И, ну, только не следи за мной. Все, друзья, время откуда скрываться. Алло. Алло. Ты меня слышишь? А ты...
Ты домер? Ну да, получается домер. И знаешь, что я могу тебе сказать? Мне придется тебя забанить на 50 дней, потому что ты мог сразу признаться, понимаешь? Почему 50? Ты же обычно по 30 дней даешь. А тебе 50 за то, что ты меня обманул. И вот знаешь, в чем весь прикол? Да. A few moments later. Тём, короче... Мы тебя затроллили. В смысле? Привет, Артём! Привет, Артём! Да. В смысле? А вот так вот. Короче, мы тебя пранканули с твоей сестрой, но я тебя все равно не разбаню, Артём. Пожалуйста, ну пожалуйста. Ты хочешь, чтобы я тебя разбанил? Да, пожалуйста. А ты с щитами играть больше не будешь? Не буду, пожалуйста. Произошел троллинг. Настя, я уже с щитами, почему? А все, все, Артёмка. Подписчики, пишите в комментариях, стоит ли его разбанивать, либо же нет. Ставьте лайк, 100 тысяч лайков, выйдет проверка на щиты. Пожалуйста, подпишитесь на мой канал, на 5 лямов выйдет юбилейный ролик. И заходите на мой сервер, снимаю я именно тут, а будет в описании. А сами вот доме, смотрите новые ролики слева и справа. Всем пока.